Всем привет, с нами Иван Финкачугов, тренер состава CSGO Youngsters, и сейчас мы зададим ему несколько вопросов. Привет, Вань. Расскажи, как создавался состав CSGO Youngsters, где вы искали игроков, потому что очень много вопросов по этому поводу. Ну, все было очень просто. Я для того, чтобы искать игроков, понял, что мне нужно играть с ними и просто смотреть, как они играют. Я пробил себе инвайт на профессиональную лигу Faceit СНГ и играл там вместе 4 с ребятами, общался и просто для себя делал какие-то пометки, кто, что, как, куда, и в принципе таким образом и составил себе список игроков, из которых я буду выбирать потом. Плюс по возрасту, конечно, все должны были быть молодые, максимум там 18 лет. Вот, как-то так. Сложно вообще с подростками работать? Ну, как сложно? И вообще работать с кем угодно, я думаю, сложно. С подростками нелегко, конечно. Ну, и не то, чтобы там супер сложно. Всегда там все хотят поспорить, кто-то что-то всегда знает. То есть, ну, такое. Но в итоге все равно парни слушают, стараются понять, что я имею в виду, почему я объясняю те или иные моменты. И раз уж я это уже объясняю там точно не в первый, не второй, не третий раз, то уже точно надо, наверное, послушать дядю. Ну, никто не пытается прям спорить там со мной. То есть там такое все. Вроде нормально. Мы пока ищем, щупаем. Они молодые, нигде толком в профессиональных командах не играли. Да. Поэтому первая задача просто изначально сделать профессионалов из ребят. Донести, как правильно командно играть в эту игру и так далее. Все. Часто ругаешь? Ну, бывает, конечно. Как они реагируют? Ну, как, они знают, что раз ругают, значит, неправы. Ну, иногда, ну, больше с улыбкой, но воспринимают критику нормально. Но ругать, конечно, иногда приходится. Когда, ну, же дети. Я не знаю, как учителя в школе вообще справляются с ними, но примерно то же самое. Каждый всегда хочет что-то вот это, что завтра он хочет что-то вон то. И моя задача, чтобы у них в голове всегда были какие-то примерно одинаковые приоритеты, желания. Исходя из того, что ну, надо команде. А этого же нету изначально, поэтому учимся. Это хорошая тренировка перед твоими собственными детьми. Ну, может быть, да. А какой вообще график у парней? Ну, когда на буткемпе... Да, на буткемпе. На буткемпе мы встаем в 9 утра, идем в зал, потом... Через полчаса после зала у нас завтрак. После завтрака ребята начинают тренировку стрельбы. 2 часа у них на это уходит. Потом мы обедаем. Потом мы смотрим либо демки, либо разбираем наш плейбук, как мы играем, и разбираем ошибки. Потом также постоянно разбираем предложения по улучшению нашей игры, если есть у кого-то, ну и так далее. А после этого... У нас начинаются праки, 3 прака, потом перерыв и опять 3 прака. И потом подводим итог и расходимся. Мы вообще видели ваш буткемп. На самом деле на первом этаже он очень крутой. Они как-то задействуют это помещение? А, ну да, там же огромный экран. Там да, можно сидеть, смотреть трансляции, собираться. Нет, это все опять же по рабочим вопросам. А именно вот такую фановую, на фановую часть. А у нас нету времени. Вообще нет времени. Ну, нету сейчас времени. Дома будет фан. Сейчас мы готовимся непосредственно к чемпионату. У нас такие сроки, что нам надо выжать максимум из 4 игровых дней. Поэтому просто нету времени. Есть время на отдых, но чтобы отдыхать. Типа, если силы веселиться, значит ты плохо тренировался. Угу. На тренировке надо уставать гораздо больше, потому что если ты. Ты тогда просто иначе не будешь готов к чемпионату. Да. И все, поэтому тренировка всегда должна быть сложнее. Судя по твоему ответу, мне кажется, ребятам вообще нелегко с тобой приходится. Ну, как нелегко? Им нравится в целом. Ну, или обманывают. Ты просто на камеру это говоришь. Специально, чтобы успокоить родителей. Чего ожидаешь от Копенгагена, расскажи. Ну, прям ожиданий никаких особо нету. Это выезд на получение опыта, как играть в другой стране, на лане. Там, с другими командами. Просто опыт, больше в основном опыт. Конечно, я понимаю, что если звезды сойдутся, то и можем выстрелить, но в целом, да, особо у нас же подбор 5-го игрока до сих пор шел, и мы каждый раз, когда ищем, берем другого, нам приходится делать несколько шагов назад. То есть и уже несколько раз по разным причинам приходилось искать замену, поэтому приходится стоять на месте в некотором роде. Я думаю, что мы все-таки к Копенгагену будем более лучше готовы, да, когда это обсуждалось, допустим, в январе. Но исходя из
ситуации, да, какие происходили. Ну, посмотрим, как получилось. Ну и в любом случае, главный опыт. Чтобы вот парни осознали и поняли, каково оно вот это вот играть. Угу. Как Аксель вписался в коллектив? Аксель очень хорошо, положительно вписывается. Нам повезло, что нам его выдали. Потому что он спокойный, серьезный, пытается понять, что надо, ну, что делать, слушает, выполняет, исполнительный, молодец. Старается, самое главное, старается и хочет быть профессионалом. Угу. Все вопросы заданы, так что удачи вам в Копенгагене, надеемся на вашу отличную игру. А вы болейте, ставьте лайки, пишите комментарии, может быть, потом мы зададим именно ваш вопрос Фину.